Поехали. Братцы, здравствуйте. Короче говоря, сегодня колупался, наверное, часа два с половиной на балконе с этим вот чудом. Значит, ну что можно сказать? Полотно, в принципе, нормально, быстро обрабатывается, там ничего сложного нету. Оно тонкое. В общем, нормально. Сделал вот такую кракозябру. В общем, времени тут с ручкой особо не было времени бороться, так я решил пока так обмотать резиновым, значит, жгутом временно. Ну вот. И, значит, что по вот этой железке R6M5 5-миллиметровой толщиной. Значит, обдирал я сегодня ее. В общем, короче говоря, не знаю, чем и как ее обдирать, замучился. То есть мой круг, он, в общем, летит, сдирает круг железки хоть бы хны. Вот, я и лепестком пробовал, и болгаркой этим отрезным диском. Надо будет поновее что-нибудь купить, может быть, диск замылился. Короче говоря, еле содрал тут пару миллиметров, может быть. Ну вот. Хотел такого якута сделать, с этой стороны плоский, а с этой стачивать. Ну, короче говоря, замучился, не знаю, наверное, будет это все дело долгостроем. Ну вот, К110, в принципе, обрабатывается нормально. Так, я ободрал на кругу. То есть он достаточно такой, 59-60 единиц там. Вот. Ну, короче говоря, по пиле вот что скажу. Значит, заточил я его так с двух сторон в такую легкую линзу. Ну вот, значит, удивляюсь, зачем мы вообще из какого-то другого материала ножи делаем, если есть такой отличный материал. То есть халявная пила режет и не тупится. Это, кстати, арголит. Арголит. 3-миллиметровка. Вот, то есть картон там, я уже молчу, там овощи, фрукты, это понятно, само собой. То есть как бы, то есть шинкует на ура, срез чистый. То есть, короче говоря, режет отлично, мне материал нравится, R6M5, вот. Как кухонный нож, думаю, ну, в общем, идеально. Можно сделать, и, в общем, особо не это самое. А если нужен тонкий, то можно ее вполне на две распустить. Вот. И будет, в общем, тонкий, там, картошку почистить, еще что-то, такой небольшой нож. Вот. Так что, в общем, нормально. Понравилось мне. Материал достаточно такой, в общем, ну, вязкий. Я тут строгал, вот, кстати говоря, по обуху строгал вот эту К100. Не знаю, будет видно, нет? Вот он. Стружку срезает. Вот она. Не знаю, видно будет, не будет. Ну, короче говоря, срезает. Срезает. Вот это. С этой стороны обух. Не знаю, видно будет, не будет. Вот он. В общем, хорошо грызет металл. Вот. Ну и, в общем, сколов таких нету, он именно заминается. То есть, не знаю, почему-то говорили, что он там хрупкий. Вот он, видите, замин. Тут у меня был до бритья заточен. Вот, то есть, если по железке по-другому вот таким вот тонкой кромкой резать, то есть замины. Ну, правится, в общем, на шкурке два раза я сейчас махну на наждаке. Вот, и нормально будет опять. То есть, как бы вот металл хороший, то есть копеечный металл. Единственное, что, может быть, кому-то не нравится, что он там, ну, ржавеет. Вот. А все остальное нет, нормально режет. Вот. Ну, в общем, вот такие у меня тут впечатления, значит, по ножу. Ладно, отключаюсь. До связи.